Привет, ребята, с вами Майя, и это пятый день недели влогов. Подписывайтесь на все мои соцсети, на них будут ссылка в описании. 5 августа. Поехали! Да, сейчас мы ждем, собственно, автобус, на котором мы поедем. Да, ребята, мы уже прошли КП, сейчас ждем свой автобус и уже поедем в Нижний. Да, простите за то, что я шмурюсь, просто тут очень хорошо. Мне интересно. Мы тут с сестрой из бабушкой. Потому что мы сейчас в Щербинках, женщина попросила остановиться. И еще, как я поняла, что мы в Щербинках, потому что отсюда, когда мама не могла их художить, мы с бабушкой ехали в мега на автобусе. У меня тут две пары наушников, одна, не знаю, зачем я достала, я слушаю. У нас только такие условия, потому что... Солнце очень печет, очень жарко на московском суше. Папа еще пока не приехал. Ребята, сейчас я позвонила папе, и он сказал, что он приедет за нами, но где-то через 5 минут, поэтому... Очень скоро мы уже поедем. Мы на московском шоссе. Вниз. Мать, встань, а! Наши вещи просто. Раз, сумка, чемодан, ракетка, лим, рюкзак. Еще лими вещи. Еще какие-то вещи. Еще одна большая сумка. Еще мой рюкзак и морковка. И еще вещи на нас. Это просто какой-то трэш. Да, вещи на нас — это такой большой объем, да. Ну вообще у нас достаточно много вещей. Все, можно заканчивать. Поставь на меня. Ты снимаешь? Да. Так, ладно. Те, кто хотят, собственно, обзор на товары с Алиэкспресс, мне пришли еще, конечно, не все, но я буду записывать сценарий, начинать уже. Поэтому, если вы хотите, то пишите.